Хей, гайс, в Мишимке мы продолжаем проходить игру по названию Гуакамоле 2. Окей, мы были с вами в мире мертвых, теперь мы в мире живых, и мы получили маску. Давайте посмотрим, где мы находимся. Это мир живых, если что. Ну, там по-любому будет закрыто, по идее. То, что там, я смотрю, невидимая стена. Да. А переключаться между измерениями я пока что не могу. Тут собралось много Уайчива из разных измерений. Но одного я не знаю наверняка. Я здесь самый красивый? Хе-хе. Надеюсь, я скоро вернусь в свое измерение. У меня назначен сеанс иглоукалывания, на который никак нельзя опаздывать. Дядя Лучадор, будьте осторожны в змеиных храме. Говорят, там живет огромный, очень страшный гигантский скелет. А еще он большой, как стоэтажный дом. Круто! Но сказать честно, отсылок довольно мало. Привет, Хуан. Сколько лет, сколько зим. Не растерял еще сноровку? Тут неподалеку есть заведение Fight at Rome. Наделяй, так, наведайся к его болтливому владельцу. Наверняка он освежит твои навыки. Не буду тебя обнадеживать, Лучадор. Работы предстоит много. Так что удачи, она тебе понадобится. Что здесь происходит? Откуда взялась только Уайчива? Кто бы мог подумать, что у него столько родственников, семейные подделки решили устроить, что ли? Знаете, мне немного неприятно. Все-таки обещали, что будет фуршет. Из-за этих Уайчива в наших крохотном городке теперь яблоку негде упасть. Надеюсь, они скоро разойдутся. Пс, не забывай про кур иллюминатов. Чего ты там меня уставился? Я не шучу. Кур иллюминаты? Они следят за нами, Лучадор, даже сейчас. Опять ты, я тебя помню. Как ты тут оказался? Пожалуйста, стоило ожидать, что ты восстанешь из мертвых. Но очевидно, что я все равно кручу тебя, поскольку в этом измерении не я сыграл в ящик. Давай хоть обучу тебе парочку приемов. Встретимся в моем баре. Да ладно. Нихера себе. Место встречи изменить нельзя. Да, Хуан? Ха-ха. Мой дизайнер отжег не по-детски. В общем, давай сюда пончо. Предлагаю начать с чего-нибудь простого. Давай вот ударь этого парня. Я думаю, что можно это и ударом назвать. Хотя больше похоже на шлепок вареной кукурузы. Спорим, ты не сможешь сделать этот удар, находясь в воздухе. А я ошибался. Что ж, в этот раз тебе придется добиться его самого. Вижу, ты утомился. Наверное, даже слишком утомился, чтобы изучить сейчас новый крутой прием. Что ж, не так уж и плохо, но теперь тебе придется проделать все в обратном порядке. Давай не спим. Что ж, не дурно, знаешь ли, а ты не промах, Лучадор. А теперь давай прикончи его. Блин, а!
не ту кнопку нажал. Я не попал. Я что, виноват? Пока что мне смотреть на тебя тошно, слабак. Забегай, когда станешь сильнее. Плюс сотка. Постой-ка. Чуть не забыл. Хоть ты и научился всем приемам, но кое-чему тебя никогда не... Так, никогда меня не обыграть. Речь об особом счетчике ударов. Если бить противника без остановки и не получать урона, счетчик начнет расти. Мой рекорд комбо в 49 ударов, ха-ха. Попробую бить противника до тех пор, пока счетчик не достигнет отметки. Итак, если... Эй, Пончо! Нельзя нападать во время разговора, это против правил. А ну отойди от меня. Итак, если тебя хоть раз вот так вот ударят, этот счетчик будет сброшен. А теперь попробую побить мой рекорд в 49 ударов. Вот увидишь, у тебя не получится. Что? Нет! Не знаю, как тебе удалось побить мой рекорд, Лучадор. Небось, с приемами накручивал дополнительные очки. Обманщик. Живо убирайся отсюда. И даже не вздумай смотреть на бонусные умения, которые можешь получить за свою счетчик ударов. Бонусные умения? Так, комбо. Комбо из трех ударов станет еще сильнее. Выполнить комбо нихера. 37.50. Рота подъем. Подняться после подъема. F1 или D. Пускай лучше будет D. Золотой кулак. Получите золото за комбо. Из 25 и больше ударов. Неплохо слушается. Бесценный кулак. Получите больше золота за комбо из 25, 50 и 100 ударов. Открыть золотой кулак, выполнить комбо 50 ударов. 10 раз. Геракл. После 50 ударов приемы тратят половину вин. Что такое выносливости? Крепкий орешек. Счетчик будет сброшен, когда вам нанесут 4 удара. Ха. Неплохо. Так это, знаете, вот это можно купить, и это очень отличная будет вещь. Так, после 100 ударов прямо не тратят выносливость. Комбо с огоньком. Это неплохо на самом деле. Ну что, в принципе, думаю... Ай, подожди, а я могу зайти? А, наверху там ничего нет, ладно. О, и долго я спал. Мне снился этот священный гуакамоле. Я бы сейчас от него не оказался. Правда, у меня никак не выходит его приготовить. Каждый раз что-то не хватает. Ты видел моих братьев? Мы, если что, немного похожи друг на друга. Если найдешь, пожалуйста, разбуди их тоже. И тогда мы сможем телепортировать тебя от одного из нас к другому. Может, при случае... Так. При случае узнаешь у моих братьев, что там на секретные ингредиенты. Херастика, какие-то летучие крысы. Ау.
непонятная летающая херня. Окей. Давайте влево. Так, мне нужна какая-то способность по ходу полета. Либо типа того. Потому что я смотрю, там орел и цепь какая-то. Хорошо, костюм. У меня новых костюмов, думаете, я не буду. Ёлки-палки. Что такое сложное? Пока привыкнешь. Тс, я что-то слышу. Наконец-то, священный нефритовый храм. Ой, этот волшебный аромат темной магии. О, так вот откуда этот странный запах. А я уж думал, как кто-нибудь скелет утонул в фасолевом супе. Когда Сальвадор завладеет нефритом, ни слова больше, это я заберу суперсекретную реликвию. И это меня Сальвадор сделает своим другом, лучшим другом. Это тебе не плески устраивать, марионета. Прошу, я не могу его подвести. Темному лорду некогда остаться без реликвии, покуда я несравнимый марионета. Умею танцевать 5, 6, 7, 8. Фи, опять эти танцы. Итак, представление начинается! Хуан. Нужно поспешить. Давай поищем путь. Ну, кажется, я нашел. Так, а что я разблокировал? Я же, по идее, что-то разблокировал, так ведь? Угу. Блин, я даже не знаю. Ну, это полезная вещь, на самом деле. Чтоб не с одного раза. Ну ладно, придержу пока деньги. Но я думаю, лучше счетчик. Что тут, конечно же, будет лучше счетчик. Понятно, ядовитые воды. Thank you.
О, пошли какие-то отсылочки. Так а что это за отсылки? На Лару Крофт не похоже. Эй, Хуан, дружище, отличное местечко, не так ли? Ты, наверное, меня не узнаешь, но я Уайчива из Блаженного Измерения. Уайчива из твоего измерения сейчас занят, но вот он и попросил других Чива помочь тебе. Он тебе уже рассказывал о статуе и волшебной жиле? Ой, погоди, то есть силе. Вот так и логичнее будет. Сейчас ты научишься летать, как лягушка или... О, точно. Взмывать как орел. Круто, орлы летающие. Орлы классные, люблю орлов. О да, орлы крутые. Слушай, Хуан, а может теперь получится допрыгнуть до второго в нефритовом храме? Орлиный полет. Надо с ним поговорить. Ого, ты так высоко взлетел. Молодчина, пари как орел. А, черепки это сохранение, все, понял. А ну-ка, мне сейчас интересно пробежать в ту сторону и посмотреть, а там нету этих. Ясно. Там ни хера нету. Мне деньги нужны. Здесь, походу, еще самое важное — это деньги. Да ёлки-палки. Нифига себе. Так, ну я могу еще назад вернуться. Ну ладно. Все равно нефритовый храм, темнейшее измерение. Я все равно не могу немного привыкнуть к управлению. Слишком неудобно. Это что, тот же самый храм с этим? С псом здоровым?
Окей. Блин, надо все равно куда-то хорошо ходить, потому что мне неудобно. Все, я понял, что мне нужно сделать. Атака и прыжок. Все, вот теперь идеально сделано. Так, сразу. Сюда, сюда. Способности. Чтобы счетчик не пропадал зря. Эй, смотри, куда шагаешь. Да, я с тобой разговариваю. Внизу. А мне казалось, это у меня пустая башка. Ну серьезно, смотри, куда идешь. Тут недавно пробегал стадо курочек. И, судя по всему, они искали уборную. А еще с ними был волшебник. Не люблю я этих ребят. Строят из себя командиров. Почему я должен выбрать карту? А да и ты ее выберешь. Вот и лучше Дорам я претензий не имею. Всегда рад видеть их у себя в храме. Может, это и есть как раз тот чили, который спать лег? Ну, который создал как раз вот эти храмы и все такое. Вообще, если бы я знал, что гости будут, прибрался бы. Не обращай внимания на беспорядок. Я подам тебе руку. Понял? Подал руку. Это я хорошо придумал, да? Эх, сложная публика. Теперь идеально, я думаю, в чем была проблема тогда? Вот в чем была проблема тогда. (Связывая)
если вот такая херня будет постоянно мне мешать. Хрысь, хрысь. У меня в основном только шипы задевают, я смотрю. Да ладно, драки. Да, видите, я прокачал, и мне теперь этот остается счетчик. А счетчик — это хорошая вещь. Так как я теперь смогу за счет них прокачать вот эти, чтобы получить намного больше. Комбо из 25. Я только что сделал комбо из 70. Изи. Изи, вот это будет изи кэш. Но золота нужно много. Комбо из 3 ударов станет еще сильнее, но здесь типа я получаю меньше комбо. Но убивай быстрее. Надо это прокачивать. Пока что. Так, подожди. 4500. Но мне нужно комбо собирать. Вот и все. Вы сами видите, это очень легко набивать комбо теперь, когда тебе нужно 4 удара. Окей. Ну, здесь можно, в принципе, пробежать, поэтому... Ау. Сраный скелет. Изи. Да ё-моё, серьезно. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Изи. По храму мы пошли опять. А тогда тут только сферы, да, кажется, падали? Ко-ко-ко. Ко-ко. Ко-ко-ко-ко. Это что? Путешественник аспектов?
урос 102. Замечу, что меня еще ни разу не ударили за этот момент. Поэтому я говорю, это очень легко все делается. Теперь намного проще стало все. Отличная работа, девочки. Пускай тебе разбирается с скелетами. Особенно с тем большим, что со смешной косточкой. Где же нефритовая реликвия? Она должна быть где-то здесь. Ко-ко-ко-ко. Я в курсе, что у реликвии нет ног, чтобы убежать. Гертуда. Твой сарказм сейчас совершенно неуместен. Пойди погуляй, ладно? Нет, нет, извини. Просто я весь на нервах. А, это мысль Лоретта. Вы с Доной пойдете налево. Давайте разделимся, чтобы быстрее все осмотреть. Еще, девочки, давайте сделаем все. Красиво! 5, 6, 7, 8. Так, сколько у меня денег? 1800. Выносливость здоровья до максимума. Восполнение. Что значит восполнение? Ну, мне вот это нужно разблокировать. Будем деньги на это собирать. Чем больше денег, чем я быстрее прокачусь. Хотя, подождите, если я за счет денег прокачусь, тогда нам нужно с вами лучше прокачать вот это. Собрать сундуки с золотом. 4 из 10. Убийство врагу будет приносить больше золота. Вот это мне нужно будет сейчас, значит, прокачать. Это сейчас мелкие попадают, как я понимаю. Нихера их там. Сколько их там повылазило. Так, походу, от прыжок осен будет у меня сейчас. Сила, встань! Почему он такой быстрый? Прыжки от стены — это такая... такая сильная сила, что теперь тебе под силу целиться за стены и отпрыгивать от них. Вот эта сила! Сначала у стены, чтобы зацепиться за нее, а потом, чтобы отскочить. Сила! Прыжок от стены. У стены, чтобы зацепиться за нее, а потом, чтобы отскочить. Вот так. Он типа с ускоренного времени. Так, давайте сразу смотреть. Наверх есть проход. Так, от белых и серебряных ударов увернуться невозможно. Я понял. Рейдинг. От белых и серебряных. А, вот он. Как я его ненавидел там. Ах,
чем подвох? Эй, давай спущу вниз. Косьми лягу. Но помогу. Не, я хочу наверх, подожди. Косьми лягу, не понял? Ладно, попробуем еще раз. Так, ну мне вниз, понятное дело. Да ёлки-палки. Осталось малёха, да? Так, КПшка увеличилась. Окей, полетели, хоп-хоп-хоп, легко. Зараза. Гамнюки. Так, хорошо. Нет! Идеально. Манайте уже время. Ну ладно, нужно дойти до конца. Можно было понабивать эти контратаки. Сколько мне там вообще нужно? Так, мне нужно 25 по 25. А, и 50, нормально так. Хотя, слушайте, я могу здесь пособирать эти ворота. Типа, разве не хорошо, если я быстрее открою способности с деньгами связанные? Типа, за каждую ворот я получаю по 2. Хотя я время только себе трачу зря.
Секретный ингредиент в священном гуакамоле? Я тебе это не говорил, но это манго. Берешь его, выворачиваешь ежиком, срезаешь кубики в гуакамоле и уху! Кстати, хочешь куда-нибудь перейти? Нет. Значит, другой раз, до встречи. Приятель, ты полегче там. Ау. Неплохо. Так, раз, два, три. Ясно. Отлично. Идеально. Ништяк. А, он закрывает полностью. Отлично. Деньги нужны под арест. Фу, опасно. Нихера там сундуков. Красный по-любому ваншот, да? Да, красный ваншот. Ну там три сундука с деньгами. Ага. Здесь главное учиться удерживаться, блин. Я недавно только первую часть прошел. Я отпрыгнул! Я вижу радиус, я могу вычесть радиус. Все.
доступно новое. Что доступно? Еще нужно 2-3 комбо. Ну, короче, как раз на вот это мне и хватит. Получите золото за комбо. То есть за... Я получаю одну монету за комбо. Вот это мне вот интересно. Почти улучшил хпшку. Легко. Тихо, тихо. У меня зависло, зависло, зависло. Фух, манать. Полетел отсюда. Что это за провис? Что за провис? Мана. Забыл! Я подумал, что... О, я уже доехал. Запоминаем. Отлично. Ой, я могу это купить даже? А чё выгодней? Думаю, лучше вот это. Но мне нужно 6200. Печально известный лучадор
Гертруда, ты был права. Что ж, если ты явился за легендарной реликвией, тогда у меня для тебя плохие новости. Она моя. И тогда я принесу ее Сальвадору, и я стану его лучшим другом. О, Марионетто, спасибо, что достал для меня реликвию. Такому повелителю Миксе Вселенной, как я, нужен лучший друг, и им станешь ты. О, Сальвадор, хи-хи. Ты мне льстишь. Девочки, помните песню, которую я написал ради этого момента? Лоретта на счет 6. Коко? Хорошо, хорошо, потом отрепетируем еще раз. А сейчас поспешим. 5, 6, 7, 8. Нужно обогнать его. 5, 6, 7. В смысле вперед? Сработало не так, как было задумано. Опасно. Это очень опасно. Где-то что-то бегает, я слышу. А, это пушка. Ай, больно. О, да ладно. Хера себе. Хотел сказать, здесь легко. Два по верху, один по низу. Thank you.
Все идеально. Так, тут в чем подвох? А в чем подвох? Странно. Не понял, в чем здесь подвох. Ну, типа, два сундука я зато получу. А, теперь я понял, в чем подвох. Попробую еще успею, да? Ну, видите, хорошо то, что вода это меня не убивает. Нихера себе, сколько я всего... Катрина? Костюм? Нихера себе. Нифига себе, тут оказывается костюмы можно открывать. Хех, прикольно. Постой, дай кое-что попробую. А ну пошли вон на халы. Плюс 26, комбо. Ух, ну и ну. Наконец-то хоть кто-то выступил против этих ребят. Точно, точнее, наступил на этих ребят. Ха-ха-ха. Можешь не смеяться. Я и сам знаю, что удачно пошутил. Да, я же шучу. Ты ведь тоже намного... Немного улыбнулся, да? Да, я немножечко улыбнулся. Очень немножко улыбнулся. Чую танцы и запах дешевого одеколона. Мы точно на месте. Какая-то лапка. Песню запивай. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Это я. Эль Маринетто. Молодцы, девочки. Донна, запомни, шаг-шаг влево, шаг, а не шаг, клевок, шаг-шаг. Ларета, ты сегодня очень энергичный. Не забывай вступать на два, а не на два. Гертуда, ты просто умничка. Отдохните немного, а я пока покажу этому лучшедору пару фокусов. Ah!
Он какой-то очень энергичный, вы не думаете? Я понял. Куриные атаки эти. Твои. Ой-ой-ой. Ладно. Демонический. А, одна курица, короче, самонаправляющая. Это была подстава. Отлично. Отлично. Хорошо. Немного осталось. Что? В детстве они научили, что бить волшебников нехорошо. Кстати, пока вы дурачите меня... колотите... Гертруда стащил драгоценную реликвию. Счастливо оставаться, умники. И все. Нефритовый храм. Темнейшее измерение. Буэль. Да не хмурься ты, приятель. Тому парню досталась фальшивая реликвия. На дух не переношу этих трюкачей. Подозрительный не народ. Пускай ты над моими шутками не смеешься. Пускай тяжело вздыхаешь и глаза закатываешь. Ничего страшного, зато искренне от души. Ты заслужил настоящую реликвию. Я пропущу тебя. Ой, неловко так. Кажется, я... окостенел. Всего лишь трупное окончание. Пройдет через пару часов. Наверное. Так, долго ждать нельзя, странник. Давай я научу тебя превращаться в курицу. Пускай это умение похоже... так поможет тебе в твоем неловком странстве. Не бойся. Куриная магия. Собирай зернышки, правда, из
справедливости, и, быть может, мы еще увидимся. Вот она, нефритовая реликвия. Мы снова вместе, как и в старые добрые времена. Ну, Сальвадор, берегись. Ну, в принципе, да, окей. А, у меня нету перевоплощения, точно. Так, подожди, а что у меня по управлению? Что у меня стоит на Е? Смена мира, да? Ну ладно. Манговые леса. Да, серия долговатая. Нихера здесь атака. Тут и ворота у нее есть. Нихера себе. Нифига себе. Так можно просто курица играть. Она быстрая, она высоко прыгает. Так, тихо. Фиолетовая, если я не ошибаюсь, это было, чтобы курица пукала. Ладно, нет. Ладно, давайте, я думаю, короче, мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.